Сказали раз царю, что, наконец, мятежный вождь Риего был удавлен. «Я очень рад», — сказал усердный льстец, — «от одного мерзавца мир избавлен». Все смолкнули и потупили взор. Всех рассмешил проворный приговор. Риего был пред Фердинандом грешен, согласен я, но он зато повешен. Пристойно ли, скажите сгоряча, ругаться нам над жертвой палача? Сам государь такого доброходства не захотел улыбкой наградить. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства.